Смотрите, запись пошла. Все, так и держите. Хорошо, хорошо. Больше ничего не надо. Положите сумочку. Только сюда лежали. Что же такое? Минутку. Надо хозяев сколько. Вчера только приехали. Книги лежали здесь. Эй, брат ты мой. Тут тогда... Ага. О, вот просто наблюдайте, снимайте. Так. Давайте не будем вскрывать. Они прозрачные, видно так, все. Так, это они одинаковые трое. Даем-то один экземпляр, а их три. Ага, вы один. А все по три экземпляра. Вот они так делают. Ну, я ничего не буду делать. Только так вот делать. Скрывать, снимать, а это уже сами снимите. Вот когда мы в Горном Алтае были, там ничего нет. Бумажка заклеена, вся. Да, это мы сами откроем потом. Тогда я перепишу сейчас эту бумажку. А это печатает Можайск. Можайск? Можете ходить тут, мастер. Как все сошлось, давно книг нет, они раскрытые стояли здесь, а все уже разобрали. Которые, а я только вчера прибыл, 4 месяца меня здесь не было. Можно сказать, как командировка. Так, второй том. Подожди. Вы хоть одну бы вскрыли, мне хочется, чтобы вы посмотрели. Так. Проповедь первый, второй. А можно надо отрезать и сорвать. А я уже давайте помогу. Я все открыла. И тоже покажете. В каждой 128 страниц цветных фотографий. Вот эти черточки там. Целый коллектив помогали издать далеко. И когда печатали, там наши все время на контроле держали. Почти 8 миллионов пришлось заплатить. Платили, конечно, не я, у меня минимальная пенсия. Труд мой. Так. Все одинаково. 1312 страниц. И сразу три библиотеки в Москве. Центральную библиотеку Ленина, которая была, парламентскую и историческую. Мои книги почти все есть. Я еще спрашивать буду. Последняя, третья. Вы запросите к истинному православию, в прошлом году изданное. Получили или нет? А я приходила в прошлом году. К истинному православию. Вот эти все книги, 38 томов, ну и раньше написаны. Они у вас в двух экземплярах. Книги это, как Пушкин говорит, памятник, воздвиг. Не говорю, как можно. Это проповеди. Вы посмотрите здесь фотографии, мы с Баварином. Там я запрещенный был. И в 87 году, 25 марта, помилование пришло, 210 политзаключенных выпустили. А 4 января, в 92 году, был реабилитирован. Ну и раз реабилитировали, верни, еще взяли. И по государственным расценкам они должны были тогда на сегодня 11 миллиардов. А рассчитываться нечем. Судебный исполнитель, а сделали так, КГБ в стороне, а виновно... Городская администрация, а тут Баварин был мэром в городе. Вот история-то какая. Оплатить мне еще много, все счета арестовывают, пока сладкими не рассчитаетесь. Ну и говорит, а как? Я говорю, недвижимость. И вот это вот здание, и которое там, Баварин приехал, передавал, фотографии сейчас показал. Это вообще. Ну и заключили мировой договор, все. Здесь у нас церковь на той стороне, ну православная. Брат у меня священник. Мы не хотим, чтобы это за деньги все было. У нас, ну, я много лет вел занятия в техническом университете.
вы знаете, где он есть, 19 лет. И в 5 университетах вел занятия, в институтах. И в 13 школах. И все это бесплатно, 19 лет. Ну, не бесплатно, имеется в виду, что перед Богом. А у людей ничего мы не брали. Назначали огромные суммы, потому что показывали фильмы, она снятая, занявшая первое место в международном киноконкурсе, документальные. Тут вот проще всего, вы когда придете, зарядите Википедию, Игнатий Лапкин. Там все материалы, все книги, фотографии. Алтайская правда писала, там мы по рукам ударили, поцеловались с Булариным, Владимиром Николаевичем. Посмотрите, какие, как они разница. Все ламинированные, округленные, каждая закладка, это ленточки. Дайте место. Почти 2 килограмма с лишним, а одна книга. Бумага офсетная, не папиросная, а то есть печатает на чем. И ламинированный и мелованный — это фотографии. Ну, вам не надо говорить, вы отличите живое от мертвого. О! Шестое. Так, надо сдвигать будет сейчас. Это знаете что? Я своими руками черноплодки привез, тоже даром раздаем. Я взял мешочек, вам могу насыпать. Потому что она очень полезная для многого. А туда просто. Давайте. Раз, два, три, четыре. Вот, 5-6, последнее. Книги эти очень далеко. Мы проехали на машине, вот он, на этой, 650 библиотек. Здесь от Владивостока до Лиссабона. Скандинавия, Прибалтика. 650 библиотек получили от нас подарок на 35 миллионов рублей. Это Бог делает. Человек вот обидно, тем более денег-то нету. Это Господь так делает. Так, еще одно. Ох. Так, так, еще одно. Последняя, 7-я. Он возьмет. Вот этот контейнер, который есть, только за его, что поставили, 200 тысяч пришлось заплатить. Ну, они поднимали очень высоко, через ограду, почти на 40 метров у него стрела. О! А это вам Евангелие на память. По Евангелию. По благословению патриарха Кирилла. Тут вот, я даже сейчас вот открою вам, чтобы сомнений не было. Вот. Видите? Надпись. Ну, православный. Крупный шрифт, удобно. Да более того, если у вас такие близкие отношения с кем-то есть, я могу еще парочку вам подарить. Они официально. Их издали где-то больше 2 миллионов уже. Ну и как посмотрели? Ну, очень хорошо все. Так, посмотрите. Много фотографий, да. Вот это фотографии-то с ней. Посмотрите, каждая книга, ты, вот синяя, такая, форзац такой, а другой, значит, другой форзац, форзацы все разные. Ну и здесь проповедь, здесь оглавление в двух вариантах, то как по Библии и как по названию. Это проповеди, которые я говорил в разных странах Европы, у нас здесь. Ну, на все события мировые, политические отвечают. Вот я ставлю где-то крещение. Вот видите как. У нас все это бесплатно это делается на церкви. Да? Свечи ничего не продается. Отдельно купили воск, а вот он местный митрополит сегодняшний. Сергей. Это мой брат-священник. Вот, вот он, причащаюсь я у него, митрополита. Покажите ему.
митрополит вот этот, Сергий Иванников, фамилия его. Это вот юноша, он кончил, учится в семинарии, и сразу два курса сдал. Ну, еще четвертый идет из Казани. А вот он, причастие, это самое таинство. И вот какого цвета здесь, и такой же форзац. И тут не просто так, тут вот написано, видите, вам не трудно прочитать, прочитай, что написано. Вот здесь, вот отсюда. Ну, из моя письма. Биография и краткая. Из письма председателю Алтайского краевого законодательного собрания Назарчуку от Совета ректоров высших учебных заведений Совет Алтая. Ректоров Алтайского края. Дальше коммуне. Много лет Игнатий Тихонович ведет занятия по ортодоксальному православному толкованию Священного Писания. Многочисленные его встречи с молодежью, людьми зрелого возраста, с военнослужащими, с теми, кто приступил закон. За всем этим бескорыстная человеколюбивая позиция Лапкина, искреннее стремление возродить в людях исконно русские православные качества доброты, любви, законопослушания, уважительного отношения друг к другу. Особого внимания и всяческого одобрения заслуживает работа Лапкина с обездоленными детьми, его известная на весь мир Потеряевка, центр средоточия праведности, милосердие и боголюбие, яркое и убедительное доказательство сказанному. 26 февраля 1998 года. Совет ректоров, ну, представитель краевого законодательства, это вы знаете. Так, так, я сейчас еще интересно такой. Так, это какой? Третий. Это второй. Подождите-ка, тут вот какое-то такое прямо. Это Митар Тарабич говорит. Вот это можете прочитать. Вот посмотрите, какой немного. Задержитесь, это не помешает. Прочитайте вот отсюда. Прежде совершения дела ответить на эти вопросы. Что говорит об этом Святая Библия? Слово Твое, светильник ноге моей. И свет стезе моей. Чего я ищу духовного или телесного, вечного или временного? Что об этом говорит моя совесть? Не будет ли это для кого-нибудь соблазном? Это корочки заговорили. А вот еще посмотрите, маленькая такая вот. Ну, Игнатий Тихонович, у нас еще... рабочее время. Все, сейчас просто... пойдете, вот это еще прочитайте, пожалуйста. Да. Это доктор богословия пишет обо мне. Миссионерская практика Лапкина вызывает разную реакцию. Однако можно уверенно утверждать, что благодаря его миссионерским и апологетическим трудам к православной вере пришли тысячи людей. Доктор богословия, кандидат юридических наук, профессор кафедры истории церкви Черновицкого православного богословского института, настоятель храма Святого Луки города Норильска, священник Павел Бочков. Так, какие у вас бумаги-то есть? Так, у нас... Видите, что означает? Я влюблен в этот флаг. Это жена мне шила так. Почему? Единственный флаг, я моряком работал, все флаги мира знал. Это единственный флаг проповедь. Рождается в крови, кто бы ни был, мусульмане, буддисты. Думать о небе, великий белый престол суда Божия. 20 глава, 11 стих. Угу. Так. Вот здесь вот. Да, вот здесь расписаться, да? Угу. Еще где все? Тут просто фамилию написать. Тоже по печатным буквами? Да, давайте печатными. Все. Спасибо. Так, вам надо экземпляр? Да, конечно. Давайте тогда вы на нашем распишитесь. Давайте, сделаем. А я запомню потом точно так же. Мы же книжки привезем. Как? Ну, я должен людям перед ними отчитать все, что... Я бы не знал никогда... Сейчас увидела. Какой-то с Эстонии, совершенно знаю, нас только прислал 500 тысяч. Ну, почти 8 миллионов за это отдали. Вот здесь. Сдал, вот здесь. Да, да? Сдал. А я точно так же напишу, когда привезем. И здесь только да, печатали, да. Так. Все, вот это ваше. Все. Так, минутку, еще я сейчас говорил. Я потерял, наверное. У вас больше ничего нету. Я хотел вам ягод дать. Да, спасибо нам. Я бегал, тут в кармане у меня лежало. Это библиотека краевая, Шишковка, Алтайский край, Барнаул. Приехали на машине. И сегодня вот им книги наши пошли. Во славу Божию!
До свидания. Вот так. Все. Аллилуйя. Дождик сегодня идет, сколько я промок ходил.